Стивен Кинг как-то написал, что кошмары не подвластны логике. Не стоит пытаться их объяснить, ведь это уничтожает поэзию страха. В романе ужасов жертва постоянно спрашивает почему. Но объяснения нет и быть не должно. Неразгаданная тайна – вот что остается с нами дольше всего. Вот что мы вспоминаем в конце. Меня зовут Алан Уэйк. Я писатель. У меня всегда было живое воображение, но этот сон вывел меня из равновесия. Он был диким, жутким и странным даже для меня. Да, все началось со сна. Как это обычно бывает в кошмарах, я опаздывал. Сломя голову, несся к цели, к маяку. Не помню, что там была за срочность, но торопясь туда, я мчал по прибрежной дороге. Я слишком поздно увидел автостопщика. Он был мертв. Я был уверен, что меня посадят, и я больше никогда не увижу Элис. Внезапно его тело исчезло.